Новый стилизованный фонарь в честь столетия образования органов торговли Республики Беларусь сегодня открыт на тематической аллее по улице Гоголя. В торжественной церемонии открытия арт-объекта участие приняли министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, руководство области и города над Бугом, представители торговли. Сегодня эта отрасль является одной из самых важных в стране. В ней работает более 600 тысяч человек нашей республики. Мы традиционно формируем второе место по вкладу в валовый внутренний продукт нашего государства. И достойно несем эту функцию. Мы все с вами в то же время и покупатели, и в то же время потребители. И приходя в магазин, всегда хотим, чтобы нас встречал улыбающийся продавец, чтобы на полках магазинов у нас был широкий ассортимент товаров по справедливой, доступной цене. И мы с этим справляемся достойно. Поручения главы государства по сдерживанию цен выполнены. Выполнили второе поручение, это обеспечили отечественными товарами широту ассортимента на наших белорусских полках магазинов. А белорусские товары наших производителей, они действительно славятся своим качеством во многих странах мира, и белорусы любят и предпочитают именно их. Новый арт-объект прямо и метафорично отражает тему торговли. Центр композиции выполнен в виде тележки, наполненной подарками. Основание фонаря отсылает к римскому богу Меркурию, покровителю торговли, прибыли и обогащения. Это передается через шлем, крылья и сандалии олимпийца. Уже традиционно в Бресте отмечать знаменательные даты открытием фонаря. Столетний юбилей торговли не стал сегодня исключением. Торговля всегда была и остается важная сфера для удовлетворения жизненных потребностей людей. Если так посмотреть, очень отрадно, что столетие торговли выпало еще на 30-летие, юбилейная дата, с того момента, как был избран президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. И поэтому могу оперировать некоторыми данными, что с 1994 года темп роста розничного товарооборота нашей области в сопоставимых ценах увеличился в 11 раз. Общественное питание вырос более чем в 4 раза. В числе объектов общественного питания на 35%. Наш глава государства также на протяжении всего периода президентства уделял большое значение обеспечению потребительского рынка и уровню цен на товары. Особое внимание отечественным товарам и справедливым ценам, в том числе на плодовочную продукцию, так называемый борщевой набор. Уже сегодня ими область может обеспечить население в межсезонный период под полную потребность. Задачи, поставленные президентом по обеспечению высокого уровня обслуживания торговли, особенно на селе, увеличение продаж отечественных товаров находится на особом контроле в области. Брест силен своими традициями, и сегодняшнее подтверждение – это открытие очередного арт-объекта на улицах города. Конечно, мы рады в первую очередь тому, что мы, наверное, можем выполнить ту миссию, которая сегодня была возложена в части открытия этого памятного объекта в честь столетия образования госорганов торговли. Брест – пограничный город, и, понятно, торговля всегда была преобладающим фактором в развитии города. Поэтому мне хотелось пожелать, конечно, всем здоровья, счастья, мира. И очень актуально, что, еще раз повторюсь, Брест – пограничный город, и он знает цену мира. Поэтому, чтобы праздник удался, я хочу, чтобы вот эта потребительская корзинка, которая сегодня открыта, была максимально полна, и чтобы мы, горожане, гости, всегда могли, как это, исполнить любое свое желание, придя в любой магазин нашей страны и города. Поэтому с праздником! Последнее воскресенье июля свыше 600 тысяч человек со всей страны, занятых в торговле, отметят свой профессиональный праздник. А о том, как чествовали лучших представителей этой сферы в городе над Бугом, смотрите завтра в программе «Итоги недели». Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.